В Лабытнанге состоялось заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия». В числе основных тем – прием новых членов партии, избрание заместителя секретаря политсовета. Кроме этого, партийцы ознакомились с темпами продвижения проекта «Коми-деревни» для участия во всероссийском конкурсе комфортной городской среды. Вначале, как полагается, проголосовали за повестку и регламент совещания, затем перешли к насущным вопросам. Некоторые были формальными и касались деятельности городских единороссов в соответствии с принятым уставом. Участники совета одобрили принятие новых партийцев и обсудили кандидатуру на пост заместителя секретаря местного отделения. Я предлагаю своим заместителям Гриценко Светлану Михайловну. Мы с вами уже работаем в течение 17 года, 5 лет уже. То есть я считаю, что это человек, который справится и сможет. Предложенная кандидатура была одобрена единогласно, и далее участники встречи перешли к другим темам повестки. Речь шла о формировании местного совета сторонников партии в связи с тем, что был избран новый политсовет. Участие в конкурсе лучших мобилизационных проектов стало отдельным предметом разговора. Важно, чтобы именно работала система вот этого вот отбора через сторонников партии. Попытаемся поучаствовать в проекте мобилизации, чтобы усилить местное отделение партии и, как бы, может быть, получить какой-то даже грант из средств регионального отделения партии на вот эту работу. Заседание политсовета было плановым. Следующее состоится уже в апреле. Ирина Якубова, Дмитрий Сирит, программа «Время местное».